Азов. Вот, молодцы, давай еще раз. Мы едем на Азов. Давай. Мы едем на Азов. Поехали. Давай. Едем на Азов! Мы почти едем на Азов, да, решили прикусить. Город Сызрань. Уже там почти. Салаты, пирожки. Да, с картошкой. Это город Сызрань. Сызрань. Взглядим на нее, он свой рассудок потерял. Всем глаза и говорил, как сильно он ее любил. Но наступала ночь, он без ответа. Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем? Эй, вы не забыли? Мы едем на Азов. Мы едем на Азов. Мы в Саратовской области. Ты все уже, да? Ю-ху! Мы в городе Саратов. Тут что-то разыгрывают. А мы идем по Саратову. По Саратову идем. Идем по Саратову. Ю-ху! Еще раз. Да, давай. Мы едем на Азов. Сейчас перекусим. Едем на Азов. Просто внезапно мне барышни открыли двери, выбежи и начали суетиться вокруг дороги. До сих пор остаемся в недоумении и загадках. Ой. Ой. По-моему, я все понял. Кажется, нашли. Пока. Ну подожди, самое интересное. Пока.